гибкость у этих ребят ничуть не хуже, чем у гимнастов. Ей особое внимание спортсмены уделяют в части разминки. Ведь, как известно, без хорошей растяжки в тройном прыжке делать нечего. Дисциплина легкой атлетики «тройной прыжок» считается не из легких. Тут прыгуны должны не только бегать, но и практически летать по воздуху. Проблема – это принять со скачка и вытолкнуть второй прыжок. Потому что выпрыгнуть первый может любой человек, а натренировать поперечник, эти мышцы, стопы, связки, суставы – это огромная работа должна быть проделана. Эту работу каждый день проделывает и Вадим. 21-летний воспитанник Бендерской спортшколы, на минуточку, лучший в Молдавии в дисциплине «тройной прыжок». Ну, сейчас у нас начинается новый сезон. Нужно начинать прыгать 16 метров, за 16 метров, если это выходить на стабильный уровень. И можно добавлять будет, дай бог, когда-то дойти до нормативов на Олимпиаду, которые за 17 метров – это выше рекорда Молдовы. Может сложиться, будем работать. Разбег, скачок, шаг, прыжок и приземление – эти слова уже как мантра для атлетов. К слову о приземлении, оно может быть и аварийным, но не для Юлианы. В сентябре спортсменка на первенстве балканских стран в Турции среди юниоров уверенно приземлилась на серебро. Я оцениваю свое выступление как удовлетворительное, потому что я проиграла всего лишь 2 сантиметра турчанки, и я знаю, тренер знает, что я могла прыгнуть больше и должна была прыгнуть больше. И, видимо, не собралась до конца. Ну что ж, проявить себя будет еще много шансов. Впереди у ребят зимний чемпионат Молдавии. А это новая возможность проявить себя и отобраться на международные старты.